Когда идет уборка зерновых, понимаешь, что пашня и люди на ней трудились весь год не зря. Пшеничный колос полновесный, и убирать такие массивы – одно удовольствие. С высоты птичьего полета уборочный комплекс ВПХ «Анапа» в несколько комбайнов – картина впечатляющая. Она заставляет вспомнить былые времена, когда уборка была главным делом земледельца, итогом всей его работы. ВПХ «Анапа» сохранили и традиции, и отношение к земле, и урожаи, и объемы. Озимой пшеницы выращено сейчас на площади в 2200 гектаров. На сегодняшний день у нас уже убрано 4000 гектар пшеницы, что составляет 33% от общей площади. В крае в целом мы идем на нормальных оборотах, потому что край всего 27%, уборка у нас 33%, это немного выше среднего. Урожайность на сегодняшний день составляет 48 центнеров с гектара, что для нашей зоны тоже является нормальным результатом. Это на несколько центнеров выше, чем урожайность прошлого года на ту же дату. У ОПХ «Анапа» новый руководитель. Он животновод по образованию и опыту работы. Поэтому получил четкое задание от заместителя главы города Александра Колесникова развивать животноводство. Благо, все животноводческие корпуса сохранены. Настоящие хозяйственники не позволили их развалить. Есть прекрасные места в районе Куматыря, где будет развиваться и агротуризм. Техника в основном привлеченная, но судя по тому, какими темпами она работает, гул комбайном вполне оправданно смолкает после 22 часов. Зерновая бригада справляется с объемом уборочных работ. У нас работает наемная техника, которая себя зарекомендовала уже не один год. Комбайны класс, 12 комбайнов и порядка 4 единиц машин наемных. Остальные 3 комбайна наши и 7 единиц тоже на вывоз техники. Ток работает в круглосуточном режиме, переработка зерна где-то в пределах 600 тонн в сутки. ОПХ «Анапа» уже продал урожай рапса. Результаты отличные. В послеуборочном комплексе на зерновом клине тоже все организовано четко и с учетом прицела на будущий урожай пашни следующего года. Остается только порадоваться за земледельцев и подтвердить, что «Анапе» есть чем гордиться. Ее аграрная слава на высоком уровне.